В Сочи продолжается активная подготовка к масштабной вокальной олимпиаде. В сегодняшнем флешмобе приняли участие артисты сочинского камерного хора. Слушателями стали пассажиры, пользующиеся железнодорожным транспортом. На прошлой неделе русские песни звучали в международном аэропорту Сочи. Напомню, всемирные хоровые игры начнутся на курорте через полторы недели. В искусстве хорового пения будут соревноваться 12 тысяч участников, 281 хор из 32 стран мира. Представляем камерный хор Сочинской филармонии. И представляли мы этот флешмоб с целью всемирных хоровых игр. Мы ждем всех с нетерпением у нас в Сочи. И очень ждем этого события, готовимся к нему. И очень счастливы, что мы принимаем в нем участие.